Я представлюсь, меня зовут Елена Корзинок. Я сегодня с вами буду знакомиться именно с категорией Wellness. Для меня эта категория очень близка, и не из-за того, что я этой продукцией пользуюсь, не из-за того, что этой продукцией пользуется вся моя семья, но мне именно импонирует, мне близок стиль жизни Wellness. Что он себя представляет, именно стиль жизни Wellness, что он из себя включает, философия жизни Wellness. Если говорить по сути, то стиль жизни Wellness в Европе зародился очень давно, и он включает в себя различные понятия. Именно не только питание, это и красота, и уход за телом, это физическая активность, умственная активность, гармония души и тела. И это обязательно гармония во всех сферах. Если говорить именно о категории Wellness Life Plus, которую предлагает компания Reflame, она включает в себя 4 основополагающих принципа сохранения здоровья и долголетия. Это 4 простых таких вот категории. Это питание, это, конечно же, упражнение и физическая активность, это витамины и минералы, которые очень нам не хватает. И это, конечно же, отличное самочувствие и позитивный настрой. Потому что всегда с улыбкой встречать человека легче. С улыбкой всегда, если какие-то вдруг маленькие, небольшие трудности, всегда все переносится намного легче. И, конечно же, если говорить именно о здоровье и долголетии, все эти 4 пунктика должны обязательно быть вместе. Не по отдельности, а обязательно должны быть вместе. Сегодня у нас в комнате 14, ну пока еще 14 человек. Скажите, пожалуйста, ответьте, кто сегодня первый раз на такой школе Wellness, на таком вебинаре, кто сегодня первый раз будет знакомиться с этой категорией продукции, кто сегодня впервые будет о ней слышать. Пожалуйста, поставьте плюсик, восклицательный знак, единичку, кто сегодня в первый раз. Светлана, вы в первый раз. Хорошо, для вас будет, я думаю, интересно. Так вот, если говорить о здоровье, именно о долголетии, то оно абсолютно, вот эти все категории Wellness включают все-все-все разные категории. Это и питание, и красота, и успех, и карьера наша. Но в любом случае оно все должно быть гармонично, взаимосвязано. И самое важное, всегда мы ставим в приоритете это здоровье. На каждом празднике мы желаем, всегда нашим близким хотим, чтобы они были здоровы. Если говорить по статистике, по данным Всемирной организации здравоохранения, от чего же зависит это наше здоровье, от чего зависит наше самочувствие. На самом деле, вот 4 основополагающих фактора, от чего зависит здоровье. Медицина, генетика, экология и, как ни странно, образ жизни. И все они имеют различные проценты. Одни субъективные, это на которые мы можем влиять, и другие это объективные. Так вот, если говорить по чуть-чуть о каждом, генетика всего лишь на 20% влияет на наше здоровье. То, как я говорю, это некоторые там болезни, заболевания, это наследственное. Это у меня от того-то, это у меня от мамы, это у меня от папы. Поэтому на самом деле это всего лишь 20%. И очень мало генетических заболеваний. В большинстве случаев бывают просто привычки, которые мы перенимаем от наших родителей, привычки, которые мы перенимаем от наших окружающих, привычки, которые нам навязывают иногда магазины или рекламы. Это всего лишь привычки. Поэтому, как таковое, генетика очень мало влияет на наше здоровье. Также очень, что влияет на наше здоровье, это экология. 20% всего лишь. Но как таковой, если говорить экология, мы не можем повлиять на этот фактор. Мы, если только переедем в другую страну, если только переедем в другой континент, только так. Но как таковой мы не можем устранить последствия Чернобыльской катастрофы. Мы не можем изменить нашу почву. Как таковой мы на этот фактор не можем влиять. Что еще влияет на наше здоровье? Это медицина. Но это всего лишь 10%. Те врачи, которые нас обслуживают, те лекарства, которые мы видим. Но если говорить по сути, то многие очень болезни, они омолодились. И очень много появляется сейчас лекарств. Если мы хотим как-то повлиять на этот фактор, то мы просто меняем
на другого врача, но как таковую систему образования мы не можем поменять. И это всего лишь маленький фактор, 10%. На все вот эти три фактора мы не можем влиять, они не зависят от нас. А вот образ жизни – это то, на что мы можем повлиять. И это 50%, от чего зависит наше здоровье. Наше, наших близких, наших окружающих, наших детей, наших родителей на 50% оно зависит от образа жизни. И еще что хочется сказать, что входит в образ жизни. Вот вы сейчас сидите, кто-то слушает, кто-то задумывается, как его сегодня день прошел, как он начался у вас, как сегодня, как прошла эта неделя. Задумайтесь, что у вас было хорошо. Был ли правильный режим, было ли рациональное питание, было ли закаливание занятий спортом. Что в вашей вот этой неделе, что в вашем вот месяц прошел, что было, насколько вы правильно ведете образ жизни и понимание, насколько это зависит от этого ваше здоровье. На 50% зависит от вас. И как таковое, приводились такие данные, это статистика, которую Российская Академия Наук приводилась. Какие основные причины смертности на данный момент? Алкоголь, табак и, как ни странно, несбалансированное питание и избыточное питание. Мы все знаем о вреде спиртного и курения. Мы все знаем. Мы все знаем, что вот это вредные привычки, мы все знаем, что это нехорошо. Но мы никогда не задумываемся о том, как влияет на нас то, что мы кушаем. Как влияет? И если даже сложить цифры, вот несбалансированное питание – это когда не входят все категории важные для нас – белки, жиры, углеводы, минералы и так далее. А избыточное питание – это которое приводит к лишнему весу. И если сложить, это получается больше 20% причины смертности. Еще раз просто задумайтесь о смертности. И что же с этим делать? Как таковое, вот это неправильное питание, тоже это Российская Академия Наук приводит, большинство хронических болезней можно предотвратить. Различных хронических болезней, начиная от сердечно-сосудистых и так далее. И как таковое еще, кроме этого, называлось это несбалансированное питание и избыточное питание, которое приводит к лишнему весу. Почему? Потому что большинство из нас ест больше, чем оно по факту необходимо нашему организму. Очень много калорий, очень мало белков, витаминов и минералов той пищи, которую мы кушаем. И, конечно же, очень мало из нас делает зарядку. Очень мало из нас как таковое, или как сейчас не зря в Европе это направление wellness популярно, очень мало людей, к примеру, утренней пробежкой занимаются. Мало, мало двигаемся. И если говорить дальше, то вот это вот избыточное потребление к чему приведет? В 2013 году Всемирная организация здравоохранения, что от неинфекционных заболеваний умрет 52 миллиона человек. Всего лишь причина неправильное питание. И еще хочу отметить, что 20% населения, как ни странно, имеет выраженный дефицит белка. Выраженный дефицит 20% населения. И это очень грустно. Грустно, потому что еще, конечно же, проблема нашего современного мира – это нехватка витаминов и минералов в овощах и фруктах. Нехватка насыщенных жиров, нехватка качественного белка – все это проблемы современного питания. И что же с этим делать? Конечно же, еще, как я говорила, очень много нам навязывает те магазины и реклама, которые мы видим по телевизору, то, что мы видим в магазинах. И большинство продуктов, они, если вы будете внимательно читать этикетки, содержат Е-добавки. Е-добавки, которые очень пагубно влияют на наш организм. Иногда ухудшают зрение, иногда нарушают ДНК, иногда просто нарушают пищеварение, иногда приводят к аллергическим реакциям. Но большинство производителей заинтересованы увеличить срок годности. И для этого они добавляют вот эти Е-добавки.
И для того, чтобы, конечно же, получить большую прибыль, но не всегда заботиться о нашем здоровье, вот эти вот добавки используются. Конечно же, еще проблема в чем, что очень наш рацион богат трансжирами. Булочками, те продукты, которые содержат маргарин. Это различные булочки, фастфуды и очень много вот такой категории продуктов, которые очень быстрого приготовления, были популярны в Америке. И они сейчас, большинство из них популярны, поэтому, наверное, эта страна и бьет тревогу. И такие продукты, как омега-3, которые спасают людей от избыточного веса, очищают сосуды, приравнивается к лекарству. Это наши проблемы, которые сейчас есть в питании. Но, говорить, если честно, то иногда наши проблемы начинаются именно с раннего детства. Доказано, что почти 60% взрослых страдают ожирением с детства. Причем вот эта вот тенденция постепенно увеличивается. Различные показания в разных городах, но все равно она есть. И что же делать нам? Что же делать? Некоторые из нас прибегают к диетам. У кого, ну вот кто-нибудь хотел, к примеру, к какому-то празднику похудеть, влезть в какое-то любимое платье, конечно же, выглядеть красивее. Иногда мы, вот что мы прибегаем? Мы садимся на диеты. Но на самом деле никакая диета нам не поможет. В мире более 20 тысяч диет. И они абсолютно все вредны. Если бы была какая-то диета, которая бы помогала и давала результат постоянный, то она бы была одна и единственная. Не нужно было бы придумывать столько много. И здесь стоит суть действительно не в диете, а в образе жизни. В образе жизни, который мы ведем. И чтобы не быть действительно такими агрессивными, как мы, когда мы именно сидим на диете, выход есть. Какой же он? Какой же он, если мы хотим быть здоровыми? Хотим, чтобы наши близкие были здоровы, хотим, чтобы наши дети были здоровы. Потому что это стиль жизни, это стиль wellness. С чего же хочется мне начать вот этот вот свой рассказ? Какой же выход? Дело в том, что мы, как любой, ну вот любой из нас, весь человек, мы состоим из клеточек. Их очень много в нашем организме. И они каждый день производятся, каждый день они появляются. Если говорить, из чего же строится клеточка, клеточка нашего организма, то, конечно же, она, ну вот вы, думаю, поймете, что она строится из тех продуктов, которые мы кушаем. Из тех продуктов. Если провести аналогию, мы понимаем, что завод, к примеру, если сравнить человека с заводом, то завод, который получает плохое сырье, он производит и плохую продукцию. Если мы получаем плохое питание, то через некоторое время нам организм даст плохое самочувствие. Поэтому все взаимосвязано. Не зря есть китайская такая пословица: мы есть то, что мы едим. Поэтому очень важно, чтобы наше питание было правильным. И от этого зависит наше самочувствие. С чего складывается правильное питание? Дело в том, что наш организм, мы должны получать питательные вещества, так называемые нутриенты. Что в них входит? В них входят макро- и микронутриенты. Что значит макро? Они должны поступать в большом количестве, а микро, они должны поступать в маленьком. То есть, может быть, это миллиграммы, может, это миллиграммы, то есть еще меньше, сотые миллиграмм, но в любом случае они должны поступать. А макронутриенты – это постоянно, каждый день должны точно так же поступать в наш организм. Углеводы, жиры и белки. Что говорить о каждом из них? Как я уже говорила, наиболее один из самых разных, каждый из них выполняет свою функцию. Белки отвечают за рост и развитие организма, иммунную функцию, защищают наш иммунитет. Почему? Потому что они, вот как строительный материал наших клеточек, они связывают наши клеточки, наши органы. И точно так же они отвечают за гормональное самочувствие нашего организма. Жиры – это строительная функция.
так как мембрана нашей клеточки, они состоят из жиров, из этой омега-3, которая нам необходима. Теплообмен. Углеводы нам дают энергию. И, конечно же, каждая из них незаменим. Каждая из них нам необходим. Если говорить о первом, это белке. Откуда мы его можем взять? Из различных продуктов. И каждый из вас, если я вас попрошу вспомнить, что вы знаете белково, назовет различные продукты. Это и молочные, это и мясные, это и сыр, это и яйца. Но в любом случае, каждый из нас в своем рационе их использует. Что же важно знать, почему нам необходимы белки? Белки – это строительный материал, из них строятся органы. Каждая клеточка нашего органа необходима, чтобы получала вот эти белки. И вот здесь вот на рисунке вы видите, как выглядит наш организм по сравнению, вот если провести аналогию, сравнить его со зданием, если белков достаточно или недостаточно в нашем организме. А точно так же мы будем чувствовать себя либо вялыми, либо уставшими, либо мы будем чаще болеть, если в нашем организме их недостаточно. И если говорить вот по сути, почему сейчас очень многие болезни омолодились, почему сейчас много молодого возраста болеют теми болезнями, которые болели пожилого. Дело в том, что вот бьют тревоги Всемирная организация здравоохранения, 20% населения имеет выраженный дефицит белка, выраженный. И откуда же мы его берем и почему именно так происходит? Потому что сейчас большинство продуктов имеют переработку. И если говорить по сути, то мы очень мало белка получаем из того же самого мяса, яйца, свеклы, капусты и так далее. Процентное содержание, вы видите, маленькое. И все те же самые мясные продукты, они перерабатываются очень долго. Для того, чтобы получить пользу от тех продуктов, которые мы кушаем, необходимо пройти очень много часов. Это от 36 до 72 часов. То есть представьте, вы видели мясо, оно содержит белка 18%. 18. И только вот, ну, вот эти 18%, они усвоятся вот нашим организмом, пользу наш организм возьмет именно от белка. И иногда это происходит, что пользу он берет через 72 часа, через 36. Не зря медики говорят, что тем людям, которые постарше, у кого, может быть, плохо работает пищеварение, рекомендуется вместо мясных продуктов кушать белковые, которые быстрее усваиваются. Но это не из-за того, что они перерабатываются дольше. Что сейчас делать, если мы хотим очень быстро получить? Компания Reflame очень много вложила сил именно в разработку категории Wellness ее. И разрабатывалась она не именно компанией Reflame, компания Reflame спонсировала этот проект, который разрабатывался учеными в центре Эгилёса. Он разрабатывался очень долго, в течение 8 лет. Ведущие в мире ученые проводились клинические исследования. И что получилось в итоге? Ученые разработали такой коктейль. Он называется Natural Balance, он имеет различные вкусы, где этот коктейль дает нам суточную потребность белка. Суточную потребность белка, которая усваивается в течение 25 минут. И хочется вам ответить, кто разрабатывал этот коктейль. Это Стик Стэн, профессор, действующий кардиохирург, который занимается трансплантацией сердца и легких. Причем он этот коктейль разрабатывал именно для своих больных, которым он пересаживал органы. Дело в том, что после пересадки необходимо, чтобы органы прижились. И необходимо между тем, которые пересадили орган, и нашими, чтобы были клетки соединений, которым необходимо строиться из белковых соединений. И для того, чтобы эти клеточки строились, необходим был качественный белок.
И Сикстен этот коктейль разрабатывал для того, чтобы поддерживать больных до операции и после операции. Конечно же, он не имел такой приятный вкус, как сейчас. Конечно же, он не имел такого разнообразия, как и супы, коктейли, и батончики. И, конечно же, он не ожидал, что будут такие потрясающие результаты. И что интересно, что он его разрабатывал так, чтобы можно было больным даже поступать вот через трубочку. И, конечно же, самое лучшее. Мы всегда, когда наши близкие болеют, всегда, когда нужно их поддержать, мы приносим им все самое лучшее в больнице. Там лучшие фрукты, там бульончик. Точно так же он и разрабатывал его. И что хочется сказать об этом коктейле? Дело в том, что он содержит высокое содержание протеина, низкий гликемический индекс. Дополнительно этот коктейль разрабатывался для тех, у кого очень часто прыгает сахар в крови. Это те, кто больны диабетом. То есть помогают им восстановить содержание в крови сахара. Конечно же, это оптимальное содержание белков, три вида белка. И вот здесь вот на слайде мы видим, королева Швеции Сильвия посещала наш центр Игелиоса. Я позже об этом скажу. И что же получил в итоге Стикстен? Стикстен получил, это, конечно же, очень хорошие результаты. Кроме того, что это поддержание своих пациентов, это хорошие результаты в уменьшении веса. Плюс еще к этому это еще и здоровье, которое повышает работоспособность, заряжает энергию. Но за счет чего это делается? За счет чего? Так как в нашем коктейле очень уникальный состав. Уникальный состав тем, что содержит три белка. Эти три белка, два из них это животного происхождения, это яйца и молоко, и один это растительного происхождения. И кроме этого, серия вот Natural Balance еще включает в себя и супы, которые точно так же содержат белок. Причем белок разнообразный, это соя, горошек и картофель. Что же мы получаем в итоге? Это суточная потребность белка, который нам необходим, суточная. То есть мы будем спокойны, что даже если мы какую-то вредность едим, если мы тот продукт, который, мы не знаем, как усвоится нашим организмом, через сколько получит пользу, вы сразу же получаете вот эту суточную потребность. И если говорить о калориях, многие спрашивают, потому что благодаря этим продуктам можно похудеть, то это приблизительно порция коктейля идет 70 калорий, столько же, сколько в одном яблоке. И еще плюс к этому хочется сказать, что польза от коктейля идет через 24 минуты. Всего лишь 24. Поэтому всегда рекомендую, если вы хотите просто заменить свой завтрак, то вы просто получаете пользу от коктейля. Но если вы хотите меньше кушать, то вы выпиваете коктейль и после этого обычно уменьшаете свою порцию, ровно через полчаса вы кушаете. А вот это здорово, потому что благодаря коктейлю очень много получила результат. В чем же уникальность? Очень много сертификатов наша серия получила. Это сертификаты Российской Академии Наук. Это, кроме этого, сертификат, это стандарт GMP, это один из самых высоких. И, конечно же, обращаю ваше внимание, что эта серия разработана в Швеции. Что еще хочется сказать, что вот этот белковый ингредиент мы можем получить белки не только из супов и коктейлей, но и из батончика, который имеет различные вкусы. Это шоколад и ягоды. Они содержат потрясающе. Это и овес, и рис, и какао, и ягода асаи. То есть вы здесь можете выбирать точно так же, получать белок и из этих продуктов. И что хочется сказать, что вот мы белки и правильные углеводы для нашего организма получаем из серии Natural Balance, коктейлей, супов и батончиков. Но откуда же нам брать вот эти вот жиры, витамины и минералы? Как я уже говорила, организм нам должен получать абсолютно все нутриенты, абсолютно.
абсолютно все, чтобы чувствовать себя здоровыми. Если говорить о воде, то, конечно же, необходимо пить ее тоже в достаточном количестве, это 30 грамм на килограмм веса, это примерно 1,5-2 литра. Но откуда же нам брать жиры, витамины и минералы? Компания Reflame точно так же позаботилась об этом. Это серия Wellness Pack. Причем Wellness Pack, он включает в себя состав, вот такой 21 пакетик, который в себя включает две капсулы омега, капсула астаксантина и капсула витамина. Давайте поговорим о каждом из них поподробнее. Капсула витаминов и минералов, которые содержит наша Wellness Pack, она отдельно разрабатывается для мужчин и для женщин. И содержит тоже индивидуальную потребность для мужчин и для женщин в нюансах. Для женщин это больше фолиевой кислоты, железа, для мужчин селена, цинк. И, конечно же, поскольку содержит вот этот Wellness Pack нутриенты, которые полезны для здоровья, то улучшает нашу кожу, улучшает жизненный тонус, иммунную систему, сердце, самочувствие, мышцы, суставы и другое, конечно же. А если говорить о стандартах, в чем же уникальность, это, конечно же, содержание астаксантина, клинически доказанный результат, различные сертификаты и премии «Здоровое питание», которые мы получили. И витамины здесь чем интересно? Они необходимы нашему организму каждый день. И компания Reflame, они разрабатывались именно так, чтобы организм получал полностью суточную потребность во всех витаминах и минералах. И это, если говорить вот то, что на слайде, почти каждый витамин имеет 100% суточную потребность, дневную норму. Все в одном пакетике. Омега-3. Чем она полезна? В каждом пакетике две капсулы омега-3. Это суточная потребность 300 мг, которая необходима нашему организму. Из омеги строятся все клеточки. Из омеги улучшают вот сердечно-сосудистую нашу систему, улучшают функционирование мозга, память, усвоение знаний, ну и, конечно же, обладают противовоспалительными свойствами. В чем же уникальность омега-3? Дело в том, что наша омега-3 проходит пятиступенчатую очистку. И эта очистка запатентована компанией Reflame. Раз в два года отдельно проверяется немецкой ассоциацией вот эта очистка, как она проходит. Поэтому рыбий жир действительно из возобновляемых ресурсов, высококачественный, эффективный и полностью 100% натуральный. Что еще хочется сказать, в чем уникальность именно Wellness Pack? В том, что она содержит именно антиоксиданты. Да, мы все нутриенты получили. Белки, углеводы из коктейля супа, жиры, витамины, минералы из Wellness Pack предыдущие. Водичку мы пьем, но все равно нам необходимо защитить наш организм. Все равно мы должны как-то хотя бы защититься от той экологии, на которую мы не можем повлиять. От различных факторов, которые есть. Это антиоксиданты, это наш зонтик, который мы берем с собой каждый день. И они необходимы точно так же каждый день. Так вот, в чем уникальность? Содержит антиоксидант астаксантин. У нас в Беларуси в аптеках вы нигде больше его не найдете. Чем уникален он? Дело в том, что этот антиоксидант улучшает зрение, укрепляет мышцы. Но плюс еще он 100 раз сильнее витамина Е, обычного, вот привычного нам антиоксиданта. И плюс содержит экстракт черники. Не зря многие говорят, съешь стакан черники, пользы для здоровья громадная там на целый год, к примеру. Но здесь компания учитывает внимание, обращает вас, что она не просто чернику содержит, а именно выделенный из черники антиоксидант антоцианин. И он очень полезно влияет именно на зрение и точно так же на сердечно-сосудистую систему. В этом уникальность. И я скажу, что принимаю Wellness Pack уже очень долгое время, уже года два, нет такого, чтобы болеть. Очень интересно, что если раньше вот моя
Моя история была такова, что каждую зиму обязательно это нужно 2-3 раза переболеть, то я скажу, что сейчас это очень хорошо. Тем мне нравится, что я забыла, когда болела вот так часто. Обычная простуда проходит мимо. И что важно понимать, что если говорить, вот все должно быть вместе, все должно быть обязательно друг без друга не усваивается. Белки, жиры, витамины и минералы. И обязательно все должно быть в паре. Каждый день после еды мы принимаем витамины. И не зря вот так вот компания Reflame запустила вот такой проект Wellness Life Plus. Wellness Life Plus – 12 недель, которые у нас есть к новой жизни. И я говорила очень до этого, что очень многие из нас садятся, ну вот когда-то, либо просто из наших знакомых садятся на диеты и получают негативный результат после. Сейчас я хочу поговорить именно о тех людях, которые рекомендуют и очень много времени уделили, чтобы исследовать именно наши продукты. Ольга Николаевна Григорян, ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра питания, эксперт Ассоциации диетологов и нутрициологов России. Она очень много исследовала нашу продукцию Wellness. И, конечно же, сейчас, после того, как она, конечно же, получила результат, после того, как она познакомилась с этим продуктом, очень много вы можете найти информации о том, как она делится своими впечатлениями на этом продукте. И вот ее исследования каковы, конечно же. Хочется с вами поделиться тем, что она рекомендует, и, конечно же, с чего лучше начинать наш день. Что включает именно вот этот вот Wellness Life Plus стиль жизни? Что он в себя включает? Ольга Николаевна, конечно же, рекомендует начинать Wellness завтрак, чтобы у вас был именно как лучшее начало дня. Лучшее начало, не только позитивное ваше настроение, но, конечно же, ваш завтрак. С чего начинается? Почему именно завтрак? Потому что правильный завтрак помогает создавать запас энергии на целый день, укрепляет иммунитет и устойчивость к стрессам. Именно с 6 до 12 часов дня обмен веществ работает на полную силу. Именно вот в это время. Поэтому обязательно, чтобы вот этот вот завтрак был питательным для нашего организма. Что он в себя включает? Что он из себя должен составлять? И что хочется отметить, что завтрак, который именно правильный, помогает контролировать вес, помогает нам не заботиться о том, чтобы мы чувствовали себя стройными. Всего лишь стоит маленькие нюансы внести в нашу систему питания, как мы сразу получаем результат. И важно, чтобы ваш завтрак был именно легким и питательным. Не только легким и питательным, но и красивым. Ягоды и белки важно, чтобы они, которые поступали, очень хорошо усваивались. Были сложные углеводы для того, чтобы улучшить обмен веществ. Еще, конечно же, такое вот важное правило, чтобы именно в первой половине дня мы получали витамины, которые укрепляют иммунитет, и минералы, которые ускоряют и выводят лишнюю жидкость. Но, конечно же, это тоже такой вот фактор, который влияет на наш вес. Если говорить дальше, то важно, я говорила, чтобы в вашем завтраке присутствовала обязательно вода. И такая рекомендация от Ольги Николаевны, это, конечно же, выпейте воды, займитесь, ну, вот стакан воды, который вот вы просыпаетесь, выпивайте стакан воды, займитесь обычными делами, примите душ, соберите сумку. За это время желудок начинает просыпаться, и вы почувствуете голод. Ведь многие из нас, ну вот я слышала от многих, не чувствуют голод, когда просыпаются утром. И говорят, что ну я не хочу кушать, зачем мне насиловать свой организм? Зачем? Начните с правильной привычки. Выпейте стакан воды, и вы получите уже сразу результат. Приучитесь завтракать себя в первый час после пробуждения. И вот такие вот маленькие такие секреты, которые позволят нам вот идти к здоровью, нам, ну, конечно же, к стройной фигуре. И еще что важно, помнить, что если вы завтракаете,
то это позволяет вам избегать сильного голода в обед. А также, конечно же, позволяет не наедаться на ночь. Ведь многие из моих знакомых, которые мне говорили, ну, к примеру, что я не завтракаю, основной прием пищи приходился на ужин. Основной прием. И получалось так, что организм ложился спать с нагруженным желудком и получая пищу, которая перерабатывается, как вы помните, от 36 до 72 часов. От этого мы получали утром плохое самочувствие, плохо просыпаемся, плохо себя чувствуем. Поэтому всего лишь здоровый рацион будет полезнее ограничений в питании. И помните о том, что есть наши близкие. Все они абсолютно разные. Может, рядом с нами живут наши родители. А может, рядом с вами живут наши дети. И мы хотим, чтобы они были точно так же здоровыми. И дети перенимают наши привычки, смотрят на нас и делают то же самое. И от того, что делаете вы, зависят и их привычки. Зависит то, как они будут себя чувствовать. Зависит то, как они себя будут чувствовать в течение дня. И прививайте детям здоровые привычки. Прививайте детям заботиться о своем здоровье. Следить за своим питанием. Скажу, что у меня моя, ну вот немножко своей истории. Моя история вот моей дочки началась с того, что она смотрела на то, как я пью wellness pack. И ей были сначала интересные пакетики wellness. Сначала ей было интересно трогать, а потом она стала просить вот эти вот капсулы. Она стала подходить и открывать вот ротик, дай, дай, дай. Всего лишь стоит попробовать дать, я дала ей попробовать вот эту омега-3, которая очень полезна организму, как она сразу же стала у меня его требовать. Поэтому сейчас наш wellness переключился на детский wellness, это омега-3. Моей дочке, кстати, 2 годика. Мы уже с года принимаем омегу и витамины, поэтому здесь все зависит от вас. Какие привычки вы им прививаете? С чего начинается и их завтрак тоже? И что же вот следует вот такой вот подвести итоги? Для того, чтобы быть здоровым, если вы хотите хорошо выглядеть, быть стройным, всего лишь нужно просмотреть свой рацион, посмотреть свой холодильник, что правильно, что неправильно, принять свои ошибки и разобраться в них. Конечно же, спланировать свой рацион, потому что никакая диета для того, чтобы выглядеть стройно, нам не поможет. Нужно всего лишь спланировать наши приемы пищи, вычистить наш холодильник от вредных, неполезных продуктов. И, конечно же, начинайте день правильно. Начинайте день с правильного завтрака. И правильный завтрак, он включает в себя все нутриенты, которые нашему организму полезны. А что это? Это белки, углеводы, которые мы получаем из коктейля. Полностью все белки, которые нашему организму необходимы. Витамины, минералы, жиры мы получаем из wellness пэка, а точно так же еще и защиту в виде антиоксиданта астаксантин. Но, конечно же, мы можем добавить какой-то своим любимым блюдом, но очень легким. И это будет полноценный завтрак, который нас будет вести к здоровому питанию, к здоровью, к стройности. И если посмотреть, это то замена, что включает в себя коктейль и wellness pack. Полностью все вот такие вот продукты, которые есть. Мы видим на картинке. Если говорить о тех исследованиях, которые проводилось в НИИРАН, Ольга Григориан, то коктейль помогает на 27% снизить чувство голода, чем если бы вы его не употребляли у всех групп, которые проводили исследования Ольга Николаевна. Коктейль помогает на 40% выше увеличить чувство насыщаемости и, конечно же, снизить желание есть мимоходом. Коктейль, конечно же, он нам полезен в том, что содержит все необходимые белки нашему организму. И плюс это питательно вкусно. Найдите для себя любимый вкус. У меня любимый шоколадный. Какой у вас? Может, это будет клубничный, может, это будет ванильный. Найдите свой любимый вкус. И мы позавтракали, мы поработали, мы приходим домой.
Но мы все так же хотим чувствовать себя положительно. Мы все так же хотим быть здоровыми. И здесь вот эта программа Wellness Life, в чем нам рекомендует? Нам рекомендует сбалансированное питание не только утром, но и вечером. Где, если вы хотите скорректировать ваш вес, если вы хотите получить больше прилив энергии, если вы хотите проснуться утром с чувством легкости, то какой же должен быть ваш ужин? Из чего он должен состоять? Здесь вы можете точно так же белки, какой-то овощной салат, кусочек цельнозернового хлеба и... То есть вечером организм должен получать белки. Вечером он должен получать точно так же строительные материалы. Но еще дополнительно такой wellness-ужин приведет вас к стройной фигуре, приведет вас к еще снижению веса. И что же мне хочется сказать в итоге? Кто же еще рекомендует wellness-life? А вот здесь вот на картинке мы видим и очень гордимся все абсолютно. Королева Швеции Сильвия посетила центр Эгилёса. Посетила его не случайно. Дело в том, что этот центр очень много вкладывает в здоровье нации, очень много вкладывает в развитие именно здравоохранения. И когда королева Швеции Сильвии была в центре Гелиоса, она попробовала коктейль клубничный, он ей очень понравился, поэтому если вы хотите себя проецировать именно с королевой, то ваш, наверное, вкус, может быть, вам понравится тоже клубничный. А кто еще рекомендует и пользуется для себя вот этой продукцией Wellness? Это сборная Швеции по биатлону. А ведь известно, что результат спортсменов зависит точно так же от их питания. Да, королевское внимание – это честь. Так вот, и здесь хочется сказать, что у спортсменов внимание уделяют не только они сами, но и тренера. Есть специальные люди, которые подбирают им питание. И шведская сборная пользуется нашей продукцией Wellness. Если говорить дальше, кто еще из известных спортсменов и не только используют вот эту продукцию Wellness. Мадонна. Мадонна в одном из статьи, которая в одном из интервью журналу Allure раскрыла свой секрет молодости. И какой же он был секрет? Она сказала, что ее секрет молодости знает только ее повар, который ежедневно добавляет в ее рацион астаксантин, и либо продукты, богатые этим астаксантином. Вот это ее секрет молодости. И Каролина Возняцки, первая ракетка мира, рекомендует продукцию Wellness и использует в подготовке к тренировкам. Евгений Плющенко, вы можете очень много информации найти. Он использовал продукцию Wellness Pack не только для подготовки к Олимпийским играм. А еще дополнительно, конечно же, вот здесь вот он в статье рассказывает, как он использовал эти продукты. Что еще хочется сказать? Абсолютно олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева точно так же рекомендует Wellness Pack и Wellness коктейль. Ирина Слуцкая, тоже можете найти, использовала коктейль, ей очень понравился клубничный, для того, чтобы восстановить свой вес после беременности, и точно так же ей понравился Wellness Pack женский, использовала для себя. И еще это Сергей Рудный, пятикратный чемпион России, причем он свою карьеру начал с 40 лет, когда познакомился именно с продукцией Wellness, его жена его порекомендовала. Сначала он отнесся с недоверием, потом, конечно же, после того, как увидел результаты, которые дает эта продукция, энергию, и, конечно же, увеличение мышечной массы и силу, то плюс еще к этому у него есть своя история, вы можете в интернете спокойно познакомиться. Орифлейм является официальным поставщиком витаминов для хоккейного клуба «Динамо». Компания Oriflame, мы очень гордимся, что она лауреат ежегодной национальной премии «Здоровое питание». И она выиграла эту премию в лучшем производителе в категории «Витамины и БАД».
Эта категория и эта премия, которая проводится независимой исследовательской группой при Институте питания, вот эта премия «Здоровое питание», чем мы гордимся? Дело в том, что в России очень много витаминов, и несмотря на это, компания Reflame номер один. Несмотря на это, вот даже у нас в Беларуси не так много, несмотря на это, компания Reflame лучшая в этой категории. И еще, конечно же, хочется сказать, что вот это вот wellness life, здоровый завтрак, конечно же, ужин. Компания предлагает нам две программы на выбор. Все зависит от того, какой вы результат хотите получить. Либо это просто жизненная энергия, все нутриенты для себя, либо если вы хотите подкорректировать вес, выглядеть более стройнее, то это программа Wellness Life, плюс еще для коррекции веса, а куда входит два коктейля. И если говорить о цифрах, то, что хочется обратить ваше внимание, то компания более 50 ученых работает в центре исследований и разработок. 15 лет разрабатывался Wellness Pack и коктейль на Natural Balance. 15 лет. 15 лет и плюс еще те результаты, которые мы сейчас видим и получаем. Полностью 100% натуральные питательные вещества. И, конечно же, нет никаких искусственных красителей, добавок, ГМО и 10 международных сертификатов, которые компания получила вот здесь. Это есть различные результаты. Различные результаты, которые не только улучшение здоровья, но и коррекция веса. Программа Wellness Life – это 4 основополагающих фактора. Это, конечно же, правильное питание. Мы смотрим в свой холодильник, мы смотрим на свою тарелку. Это же, конечно, физическая нагрузка. Обязательно не забываем про это. Это витамины и минералы, которых нам не хватает. Ну и плюс еще к этому не забывайте про позитив, не забывайте про отличное самочувствие и отличный настрой. И что же нужно для того, чтобы вступить и пользоваться вот этой программой Wellness Life Plus? Обратитесь к тому человеку, который вас пригласил. Узнайте все подробности у человека вашего. Он вам поможет, что вам необходимо делать. Он для вас сориентирует, какую вам программу для себя выбрать. И плюс еще к этому, конечно же, хочется с вами поделиться результатами, которые получили многие лидеры, многие те люди, которые пользуются продуктами Wellness. К примеру, у кого-то результат вот очень ошеломляющий, минус 30 килограмм до Wellness и после Wellness. Надежда Овечкина, минус 40 килограмм. А здесь, конечно же, Елена Галашева, минус 12 килограмм. И вот здесь на фото вы, конечно же, видите, что не только килограмм уменьшается, но и плюс еще уменьшаются объемы. Лана Лебедева, минус 32 килограмм. Это уменьшение объема талии минус 9 сантиметров. И вот результат очень нравится. Здесь, конечно же, мы видим о том, что объемы очень уменьшаются, это больше 30 килограмм. Но я делюсь своим результатом. Благодаря системе Wellness Life Plus в течение 3 месяцев вот мой результат минус 6 килограмм, это уменьшение объемов талии, бедер. И, конечно же, фотографии сами видно, мы фотографировались до и после, поэтому результат, я думаю, видите. И плюс еще к этому хочется вам сказать, что Wellness Pack и коктейли, вот эта вот система Wellness Life Plus дает нам очень много витаминов и минералов. То, что обеспечит наш организм на целый день. То, что даст нам энергию. И какова же стоимость его? Это всего лишь, если программа «Жизненная энергия», это 39 тысяч в день. Если программа «Идеальный вес», вы хотите скорректировать ее, то 60 тысяч в день. И если сравнить, конечно же, с теми продуктами, которые мы иногда тратим в магазине, то мы иногда, заходя в магазин, тратим более 100 тысяч и вроде бы ничего не выходим и ничего не покупаем. И если сравнить, это примерно один сбалансированный прием пищи. И плюс при этом вы
участвуя в программе Wellness Life, получаете консультацию диетолога, измерение состояния своего тела и, конечно же, свои рекомендации. Четыре простых шага, которые вам нужно сделать. Пройдите тест на состояние образа жизни, получите определенные рекомендации. Разместите подписку, это делается на сайте, на Wellness Life. Конечно же, еще следуйте программе, которую вам рекомендуют, и получайте свои результаты через 12 недель. И вы будете гордиться ими. Еще, конечно же, я говорила о том, что оформите подписку. Дело в том, что что значит подписка? Это когда каждый четвертый набор вы получаете со скидкой 95%. Когда вы получаете это с выгодой для себя. И плюс еще к этому, кроме того, что эта подписка вам даст еще дополнительную выгоду 95% на четвертый продукт, эта подписка даст вам выгоду, скидку 50% на любой продукт, который вы хотите приобрести. Будь то это Wellness Pack, будь то это продукция Wellness, будь то это продукция из каталога, для вас это будет преимуществом. Программа Wellness Life Plus для вас. И еще, конечно же, хочется вам пожелать. Мое сегодняшнее выступление подошло к концу. Я вам желаю обязательно задумайтесь о своем здоровье, задумайтесь о своих близких, которые рядом с вами, либо о детях, которые смотрят на вас и перенимают ваши привычки. И, конечно же, следуйте маленьким правилам, ведь даже всего лишь изменив какую-то малость в своем рационе, вы начнете видеть результат, который даст вам уже через некоторое время. Wellness – это хорошее самочувствие. Но, конечно же, еще и это успех в карьере. Wellness – это и успех в нашей развитии личности. И, конечно же, кроме этого, хочется вам представить, оставайтесь в этой комнате, передать слово следующему спикеру, который вас познакомит с прекрасной возможностью, которую дает компания Reflame